Здравствуйте, меня зовут Ксения Селянина, и я расскажу о погоде в городах Свердловской области. В Красноуфимске 18 июня облачная погода с прояснениями. К полудню возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 9, днем 19 градусов выше нуля. Далее осадки прекратятся и начнется потепление. В Серове в пятницу облачно с прояснениями. Ночью плюс 9, дневные часы 19 градусов со знаком плюс. В последующие дни столбики термометров начнут плавно подниматься. Обойдется без осадков. Жители Нижнего Тагила ожидают облачная дождливая погода. Термометры покажут в ночное время плюс 8, днем плюс 19 градусов. Далее осадки прекратятся, а температура воздуха будет подниматься. Так, в понедельник на термометрах уже плюс 27. А сейчас о погоде в других городах Свердловской области. В Каменске-Уральском 18 числа облачно. Утром возможен небольшой дождь, ночью плюс 10. К полудню воздух прогреется до плюс 19. В субботу чуть потеплее. А с воскресенья столбики термометров зафиксируются на отметке плюс 27 градусов. Осадков не ожидается. В Туринске по прогнозам облачно с прояснениями, без осадков, на термометрах ночью плюс 8, днем 19 градусов тепла. В субботу погода особо не изменится, а в воскресенье потеплеет до плюс 24. И в Екатеринбурге в предстоящие сутки пройдет небольшой дождь, температура воздуха ночью плюс 10 градусов, днем плюс 19. Ветер северный до 7 метров в секунду с порывами до 15. Но уже в субботу небо прояснится и начнется плавное потепление. На этом о погоде все. Я желаю вам счастливого настроения. До завтра!